Всем здорово, всем привет. Ну что ж, вот наша машинка, про которую я говорил, которая в ближайшее время будет разыгрываться у нас на канале. Сейчас обойду ее со всех сторон, вам покажу по мере возможности. Так, вот такая вот она чудненькая у нас. Вот такая она чудненькая. Она будет у нас в ближайшее время разыгрываться на канале. Только я ее отмою, конечно, я вот на ней приехал. Что, давайте, может, заведем? Да, давайте заведем. Аккумулятор накину. Она стоит со снятым, потому что не катаюсь, чтобы не высаживать. Так, берем ключики. Да, кстати, сигналка с автозаводом тоже. Ой, все включено, как говорится. Так. Сейчас мы ее идти так рукой как схватить. Придется вот так. Меня видно, надеюсь. И заводим бибику. Как видите, генератор работает. Моторчик работает тоже ровненько. Тахометр работает. Кстати, на этих кольтах это новость. Приборка стоит от более нового кольтика. Как видите, все работает, все отлично. Ну, магнитолку я уже снял, тут не обессудьте. Вот такая вот машинка. Заглушу. Ну и понятное дело, давайте уже заведу, покажу, что сигналка с автозаводом. Так, это вот эта пимпка. Как видите, мигнула. Ключика вот нету, вот он у меня в руке. Ну вот, видите, тоже завелась. Ключика там нет. Не знаю, как тут. Вот такая вот чудная машинка. Ну и брелком мы ее заглушим. Завелась. И глушим. Не понял. А, не ту кнопку нажимаю. Это я вот включил режим на сигналке. Она показывает, что у нее все в порядке. 10 минут включен режим работы. Вот такая вот картина. И показано, что работает генератор. А вот этой кнопкой надо глушить. Нажимаем. Вот она у нас заглохла. Вот с таким вот ключом. Такая вот чудная машинка. У нас будет в ближайшее время разыгрываться на канале. Только, как я уже сказал, я ее отмою все-таки. Потому что катался. Вот, клемму аккумулятора скинул. Моторчик, как видите, вот такой вот чудненький. Вот такая вот чудненькая машинка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Внизу в комментах пишите свое мнение. Обязательно под подписки на канал нажмите колокольчик, чтобы не пропустить этот розыгрыш. И не провороньте его. Все, всем до скорых встреч. Пока-пока.